И от всех жителей и родителей, да, в первую очередь хочу сказать огромное спасибо. Теперь нам не придется ездить в Голицыно, теперь к нам вернулся наш долгожданный любимый терапевт, ой, педиатр, и ждем нашего нового терапевта. Жители городка 17 не скрывают радости и слов благодарности. Теперь у них будет своя такая долгожданная поликлиника. В формате видеоэкскурсии по видеосвязи в рамках совещания по проблемам здравоохранения глава округа Андрей Иванов осмотрел кабинеты. К приему пациентов здесь все готово, но пока учреждение будет работать в усеченном формате до полного лицензирования. Мы вчера получили санэпидзаключение на это помещение. Все оно полностью соответствует для оказания медицинской помощи. И вчера же документы были поданы уже в лицензионный комитет. Сегодня утром я уже созвонился с руководителем лицензионного комитета, соответственно, будет осмотр сегодня либо завтра на предмет соответствия требованиям. Но там все полностью оснащено, и все кабинеты, соответственно, и педиатры, и терапевты, и приючный кабинет, и забор материала. Поэтому, я думаю, проблем с лицензированием не будет. С 9 до часу будет проходить прием терапевта и педиатра. После обеда они станут осуществлять выезды на дом. В процедурном кабинете можно поставить любые необходимые прививки. Узких специалистов пока не предусматривается. Что касается узких специалистов, мы планируем по какому-то графику туда выезжать? Пока не планируем. Мы сейчас отрабатываем вопросы на Голицыно, на Звенигороде. Значит, если будет запрос жителей, естественно, готовы рассмотреть. Мы сейчас формируем такие мобильные бригады, которые будут заниматься чисто выездами на территории. Поэтому готовы график тоже включить. Филиал оснащен современным оборудованием и мебелью. Еще не законченной остается входная группа. Здесь установят лифт для маломобильных граждан. Все другие строительные работы завершены. Полина Бахова, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».